Я для этого и приехала. Это понятно. Поддержать и вас поздравить, сказать спасибо. Спасибо. И вам спасибо тоже. Да, и вам что, спасибо. Что нас поддерживает. Юлия Олександрівна Світлична. Вітаю. Шановні ветерани, учасники АТО, друзі, ми 14 жовтня будемо святкувати гарну подію. Це День Покрови, День українського козацтва і День захисника України. Кожен з вас знає, якою ціною нам достається мир. Яку ціну ми платимо за цей мир. Не тільки зараз, але й всі роки поспіль. І кожен цей час, кожна ця хвилина потребує уваги і визнання. Я хочу дякувати за те, що ви зробили. За те, що ви робите. За те, яких синів ви виростили. За те нове покоління, яке сьогодні боронить нашу область, боронить Україну, дає можливість пишатися нашою гордістю від президента України, від себе особисто, від Харківської громади. Я вітаю всіх із наступаючим святом Покрови. Бажаю всім успіху, бажаю здоров'я, бажаю нам віри, бажаю нам міцного духу, такий, який ми мали все своє життя. Бажаю усім нам любові і миру. Хай живе славно наша рідна Україна. Дякую вам дуже за ваш труд, за ваші серця. Та від себе особисто подякувати Юлії Олександрівні шановній за те, що робить вона особисто і вся обласна адміністрація для того, аби наші ветерани затишно себе почували в нашому закладі. Це свято сповнено віри та надії. Сповнено великої подяки усього українського народу. Тож, дозвольте привітати вас з Днем захисника України. Захисники вітчизни, Росії віки, стоять на варті миру, стоять захисники. Примиритися, дочки, примиритися, брати. Україна страждає, примиритися, сини. Рідна мати благає. Здесь вот бальнеология, физиотерапия, все. Вот это вот наши психологи с ветеранами. 1050 человек получили лечение. Вот участников АТО почти 500. Почти там без 10-500. Вот каждый имел доступность к массажу. И в принципе, чтобы реабилитацией занимались людьми. Серьезно. Вы очень хорошие, молодцы. Понимаю, что у вас сложная работа, которая требует внимания, которая требует особого внимания каждому пациенту. Но от вас зависит настроение пациента в том числе. Поэтому с улыбкой предоставлять каждому возможность, уделить каждому внимание. Это самое главное в вашей работе. Пациенты везде особенные, поэтому каждому пациенту нужно особое внимание. Спасибо вам большое. Сборная, да. Чемпионов готовят. Так что очень мощные, очень мощные ребята у нас работают. По-нашему. Не будем мешать. До свидания. Вдох. Выдох. Вдох. Каждый
из ребят, которые принимали участие в боевых действиях, лежат в нашем госпитале, каждый к нам приходит в обязательном порядке, когда идти за помощью, предложить индивидуальную консультацию. Арт-терапию всегда наглядно и видно. Вот, и часто эти рисунки говорят о ребятах больше, чем они вам сейчас сами о себе. Спрашивают, можно ли нам увести с собой эти упражнения, ну, вот, фотографировать, контролировать свое состояние. Молодцы. Вот. И нахождение себя. Поэтому это реабилитация психологическая, это особо важно. Физическая, психологическая, все в комплексе должно надаваться ребятам и участникам АТО и ветеранам. Спасибо. 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 До свидания. Сделано. Сколько вообще с пациентом? По санитарным нормам. Здоровья хватает на пациентов? Хватает. Выдержки, здоровья, любви и счастья. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Приезжайте там почаще. Хорошо. Успехов. До свидания.